Главное запомнить, что в правой руке. Вот такой вот ритмический рисунок. Мы будем чередовать удары вниз по двум струнам. И удары, значит, по приглушенной шестой, по одной. Вот он полный, значит, вниз, раз, два, три, четыре. Так, сколько, значит, будем считать. Вниз. Да, четыре раза получилось по шестой струне. Вниз, вверх, вниз, вверх. Потом опять вниз. Опять четыре удара по шестой струне. И опять вниз, по-моему, еще разок. Вот таким образом. Итак, вниз, раз, два, три, четыре, вниз. Вниз 4 раза по шестой, вниз 4 раза по шестой, вниз. Раз, раз, два, три, четыре, вниз. Еще разок, правая рука. Ваша задача отработать вот именно вот этот момент, сыграть его в максимальной скорости. Вот. Можно здесь даже так сказать, чем быстрее вы сыграете, тем будет веселее. Начнем мы, не знаю, что касается квинт. Все они будут с шестой струны, сначала третьего. Далее 10 лад, потом 12 лад, и потом 8 лад. Конечно, эти квинты можно сыграть с 5 струны,